По доброй традиции, лучшие медработники городских и сельских медучреждений, проработавшие в отрасли здравоохранения десятки лет, были приглашены на торжественный прием в районную администрацию. В числе приглашенных 9 врачей и 10 медицинских сестер, терапевты, лор-врачи, акушеры-гинекологи, педиатры, палатные медсестры, хирургические, работающие в офисах, врачи общей практики и лабораториях, поликлиниках и ФАПах, роддоме. Эти люди заботятся о здоровье славянцев, проявляют милосердие, уделяют особое внимание человеку, когда он болен, находится на лечении и нуждается в помощи. Многие из них отработали в медицине более 30 лет. Если, наверное, пришел ты в медицину, наверное, никогда оттуда не уйдешь. Ты предан своей профессии, вы работаете с людьми, и больше вы, наверное, психологи человеческих душ. Это, наверное, самое главное в вашей работе. Поэтому я желаю вам терпения, душевного, телесного равновесия. Посвятить всю жизнь людям – с этой особой миссией живет каждый медицинский работник. На торжественном приеме отметили вехи профессионального пути и заслуги каждого приглашенного медработника. Завершился торжественный прием вручением благодарственных писем, цветов и памятных подарков.